И Росхэм. Ну, еще Окхэм. Окхэм, это, знаю, это плевок ГМов. Да не, кислый, но мы два босса уже убиваем, все нормально. А кто? Может, да, полтора? Да. Нет, почему? Два робота и Алара. Ладно, что, Джанни, будет выражусь по-другому. На официалке был один раз такое, что две недели не могли убить первого босса. Так они все сразу починили. Здесь, блядь, три месяца или сколько. И ни хрена ничего никто не сделал. Ну ты ж сам ответил на свой вопрос, официалка. Не, ну мне понравилось, когда мы пошли на Соляру. Моб выходит за 150 метров так. Опа! У вас нет хила. А, это сейчас починили. Сейчас вообще отлично все. До второй фазы переводили. Кислый, ты представляешь, у нас такое. Так, готовимся смотреть, что будет на второй фазе. Переходка на вторую фазу, весь рейд сдыхает. Че весь рейд? Мгновенно сдыхает. Ну там сначала каст идет, а потом трэп появляется эти. Там, короче, каст. Босс превращается в эту в свою вторую форму. И из него выходит то ли 6, то ли 7 мобов. Вот эти, которые при наборе стаков перевоплощаются. Нас просто тупо уешка и снесло. Какие мобы? Ну, которые где 20 стаков набираешь, как не 2, а 6, да, вышел? Да, сразу 6. Да. 6 мобов, каждый из них ауешкой бьет там по 8 или по 9. А весь рейд под боссом, да? А весь рейд под боссом, да. И ни одного прошаренного не было, который подумал, что надо отбежать заранее. Там ваншот был сразу. Нет, заранее, пока каст идет, что надо отбежать. Чё-то, вот как, вот, нет такого, что вот, когда босс чё-то, прям что-то большое кастует, ну её нахуй, пойду-ка я отойду. Ни у кого такой мысли. Да, бывает, что надо у него перевоплощение в демона. Каст назывался или что-то такое. Ну типа, ну никто даже не думал насчет того, что под ним что-то появляться. Типа в обычке он тоже не появляется. Ну это как на Халионе. Хил стоит в центре, ждет, когда надо будет хилить танка, да? Ну что в этом роде? Ну, блин, мы там были в 6 хилов, которые там не нужны. И у нас были усилки в ХП, которые там тоже не. Дайте лап, пожалуйста. Призываю. Мне говорили, если там что-то выйдет, то... Окей, сейчас барабаны нажму. Настя, ты с нами? Да, слушаю. А где твой шаман? Ты же сказал, что не надо. А у нас хила не хватает. Хорошо, я захожу. Я вот слушаю, когда меня позовут, жду. Слышь, Ютон, блядь. Да ты охуел. Кто этот аддон писал, блядь? Делла, я думаю, все, кому они нужны, у всех уже они... Ну, если по моей... Страшный сон Полины.
Так, перерыва-то не было. 5 минут все. Как вот этого моба убьет. Как? Давай уже перед ботом. Я пока шатра отлетел покурить. Может, давайте уж тогда весь трэш добьем, потом пок. Если баг хочешь, иди. Не, ну типа это все ЗС без перекуров шли. Плюс Леха сказал, что он будет в 9, соответственно, мы убьем Алара, пойдем на Солариан начал. Можно чуть-чуть что растянуть за, время. Что за рокировочка? Наверняка, чтобы узнать, у него все-таки есть КД или его нет. Или он, как обычно, начислял себе на паладина, а потом забыл перекинуть на... Да я уже с этим сам попутался. Вага, поставил бы группу, там знаки он бежал. А знаки-то не ролятся в обычке. Как и воронки, как и БЛЕшки. Ну так отказываются просто все будут. А тут старый лут, короче, я его не могу достать. Поэтому все сложно. В ГБ лежит. Мы их маринуем. Я, кстати, так и не знаю, зачем нам столько. Мне отдать. Лёх, спросите, я сам не знаю. А Лёха не, ну типа на соляру? Будем использовать на Аларе сначала. Потом, когда он понял, что на второй фазе не работает, он опять сказал, что ну, нарубайте. Ну, последний раз слышал. Я думаю, что на соляре будет. На роботе тоже не понадобится. Ну вот как бы да, последнее, что я слышал, что эти фласки будут использоваться в целом в оках. Келли. Я на самом деле думаю, что они нужны будут на первой фазе соляры, а потом надо будет резко перепивать. Проведите сверху. Вы видите, как один паладин слакает? С такой зеленой мордой. Да хоть два. О, Жанель меня прикрыл, красава, пойду покурю. А теперь он слакает. Теперь два в одном слакает. Я так слакал, короче, в вальку прятался. Потом... Ты не видишь, сколько хилов слакает? А я думаю, это как я делаю на вальке. Потом мне такой РЛ говорит: ой, сука, ты опять будешь сейчас в подвальку прятаться? Я думал, я один на вальке так делаю. Нет. Знаешь, Миш, забавно, но по-моему так половина ДДшников. Вот честно, по ощущениям такой. Что-то 3 моба, что ли, или что? Многовато. Ну, многовато. Укрей стенку. Если спрятаться за сову, не будет откидывать. Поставил черепок, давайте все черепок быстро туда сольем. Я просил привезти, никто не привел. Бля, да куда идти, не могу, чтобы встать нормально. Полин, если ты тут, поставь тотем, пожалуйста. Миш, посмотри, сова в барьере. Следующий вот этот. Не достаю. Слишком легко. Да, чтобы вам не скучно было. Спасибо, Толь. Если всем встать в сову, получится сова с демоническими крыльями и щитом за спиной. Кто вот эту штуку около меня поставил? А лучше скажите, у кого есть аддон, который вот эту хуйню бы отслеживать меня? Паровозики? Вот это вроде бы кто-то говорил, в Фениксе настроить можно.
В Эксперле это можно настраивать тоже. Настраиваем. Или отображается она, я не помню. Короче, признавайтесь, кто вот это говно поставил около меня? Тебя не было. Ну я-то уже тут. Тебя не было. То есть это был ты? Не было. Ты не видел. Понятно, хорошо. Да что тут думать, 250 фарада, потом разберем. А что вы со звуком играете? Так, в танках у нас... Редвар? Обязательно. Редвар, Войд, Кават. И Монорвот, а я подамажить хочу. Ой, ничего себе. Протвар сдался? Ну хорошо. Да я давно не дамажил. Значит, Монород на трэше. Кават и Редвар бегают по платформам. Значит, с Каватом ходит Полина. С Редваром ходит Шторм. Там перекур на 5 минут поставить. А кто этих мелких танчит? Монород. Розоворот. 5 минут курим, в 30 минут, чтобы все были тут. Красиво же поют. Да я уже понял, что это ты сделал. Тебе все, хана. Я прям подпевать могу. С Моном помогите. Короче, в следующем рейде кто тыкает вот этих вот идиоток или ставит паровозик? Я поставлю специально аддон, настрою. Вам будет и начисляться по 1000 ГП. Поставили только грипп и неликс. Гриба нету, так что теперь только СН. Нет, кстати, паровозик грипп. У нас ставил не грипп. Это был Редвар. Thank you.
Женен, завязывай. На счет 3 дам тебе 1000. Беги. 3. Лучший. Коньку, у нас 5 шаманов, Мелихаста точно будет. Лапу дайте. Верчена АФК. Перерыв уже закончен. Повторный РЧН на АФК. Бабл. Лапу по рейду, обновите, и поехали. А что, наверху один хил? Нет. Жду, когда придет. Полина, ты тут? Ты кого-то хилишь? Как прилетит пулять?
вторую фазу кто танчит? Танчишь ты. Маленького на край. Не надо трэш уже сливать. Тарки полетели вниз. Мне что делать? Когда приземлиться, я заберу на себя, а ты на, ну, мелких заберу на себя, ты меня забираешь и подводишь к нам. Не добивайте. Отъехал в гельчат плюс-минус, слышишь меня? Идиот, блять. Не добивайте, пока нет босса. Что-то из хилов багнулось. Начислю ему за каждого хила.
Бля, в танке вообще охуенно играется. Не убивайте. У кого из хилов сломался хилбот? Чат. Ну, я вижу. Еще у кого? Что у нас там ДЗС с приходом 2200, да? Странно, у меня обычно багается хилбот, у меня старый как говно. На соляру? А в этот раз нормально. Да, идем на солариан. Нужно подойти поближе. Надо... Пошел на испытание крестонос. Шторм, у меня тоже хантом. Вот и вся замена пришла к нам в этом. Шторму тоже багнул. Значит, еще 250. Нет, 250 это пока только залив с рейда. Где же каждого хила в багаж? КД или что, что он? Я не знаю, он не предупредил меня, ничего не написал. Кните, пожалуйста, Дживса, кто-нибудь. Это происходит, когда кто-то ливает из пати во время... Ну, у меня просто танк был в фокусе, поэтому... Я играю. Фантом стал второй танк локом. Но это замена вся сместилась. Нет. У меня вага в танке или ДД? ДД. На трэше одного танка можно. Сядь, у тебя main spec LM, off spec ENG или чего там? Ага. Ага, хуй знает, да?
В курсе, что если у тебя мейн-спек Лем и офф-спек Энг, ты что там шмот за ГП будешь брать? Почему это? Ну, ДД и ДД. Нет, РДД и МДД. Это отдельно было. Ну да, ладно. Да. Сова и кот всегда лутали по-разному. РДД и МДД, так что, Вага, не перегибай. Это касается Ториков и Арнцов. Ну да, типа там 2 мили. Так, это имеется в виду Кэрога, Мэрог, Бэхан, да, вот Мэхан, Фэмак, Фэфэмак, вот эти ВТВ, вот. ВТВ, бля. Да, Ворот. ВТФ, ПНХ. Это хороший мальчик. Кот, сова или Мэнг, это разные. Кому надо рольч? Так, котенок по приорож, да? Ой-ой, Монара, ты чего? Это я. Потом просто. А на этом, на звездочете уже пробовали агрить его, не чистя секунд? Ревнус не ушел. Не, Монара, это я скинула потом. Знаки ГБ или можно ролить? Все в ГБ. Здесь пойдет вкусно вот сюда. Лови, Монару. Обалдеть. Молодец, сломал хилбот. Вага буковку перепутал. Темно скорбь. Это типа когда с замены людей? Это ШМ-ка. Если ты без предупреждения ливаешь с рейда, с тебя снимают все ИП и дают 250-500 ЭМ на чисто за то, что он тебе по линии поломал хилбот. Вот иди сюда, как он проще нравится, что он ливнул с рейда и пошел вык. Хотя, я думаю, ГП это не нужно, может его с гильдии просто сразу выкинуть нахуй. Не, я думаю, по такому вас сам уйдет. Это тот, который я за ГП шмот не хочу брать? Нет, это был я. Я просто реально не захотел за ГП, ну смысл, он немножко мешает, я не вижу. Кислый, сейчас все проконтролирую. Кто-то блинул тут, кто куда пошел, чего тут? Да ДКшка ушел, с рейда ушел. Ну, сразу после ЗС сказали, у кого КД ливаем. Ну типа поэтому он дождался. Поэтому он дождался, когда была Алара, решил. Второй фазы. Мое время пришло. Скорее всего, просто чувак не знал, что так можно было делать.
даже скрин есть. Я сделала скрин в бою. Там вся замена сместилась прям на фреймы. А у тебя Вуду? Нет, хилбот. Серега, у меня там что-то такое не стоит. Я видел как-то, у тебя 2 целых стоят. У меня их 3. У меня 3 Вуду. Программы. И все работает. По журналу, работает. Значит, этот ДК в ДВ рейде не был. Почему он ливнул, я не знаю. Он посчитал, что не хочет с нами. Он охоту просто хотел закрыть. Охота горит, Вага. Ну хоть что-нибудь бы сказал. Последние 2 дня. 3. Какой-то необщительный. Вы его заебали своим, блин, этим. Оковы на скат, оковы на скат. Он ж потерялся там. Вага, еще сотку за игнор руководства. Чтоб совсем задизморалить. Он просто охуеет. С Бэллом ебиться от пацаня, у него там, блядь, сейчас. Да, бась. Встаньте, пацана, он там валик бьет, вы. Вы и выйдет, нет? Определитесь с танками, на кого вы кидаете щит. По-моему, Кават был мой. 3 шамана, а танка 2. Надо 3-го. Надо 5-го, наверное. Не знаю, я на Монарот все время кидаю. Как такое? Он на Вагу кинет, он по своим вихрем сорвет. Тоже, бля, этот мой, этот твой, блядь, этого не буду хидить, того буду. Не, хилим все. Не болеть. Просто по счетам так. Три шамана, 3 танка должно быть, да? Когда у Полини перебивают щит, у нее нервный срыв начал. Блин, я по Полине с жабой промахнули. Забавно, что всех, кого законтролили, положили в... Конь, это еще нормально. Мы когда в целках эмки на этом когда ходили, в меня стрела прилетела на 76. Я только из контроля вышел, это знак, что знаки должны идти на раз. Знак на знаке? Угу. Воронка на воронке. Так, ладно. Это ты типа намекаешь, что судью намыло? И там он зеленый, опять кислотой.
Вот видишь, вспомнили про воронку, да? Тем более, смотрите, сейчас вот если все... Тоже знак. По идее, сейчас все отказываются. Mm-hmm. То есть она должна сейчас в мобе оставаться. Пойду чекну. Коня, ты чё тут прохлаждаешься? Да я тут прилёг, чё-то устал. Споткнулся. Воткнули ему бы. Трусы. Вага, я не знаю, что ты с ним церемонишься, кикни-то и всё. С кем? А, Вага там переписывается. Вага занят унижением соседа. Чё там? Покинул рейд, покинул гильдию, нет? Угу. Раздавак. Так у него же КД, по-моему, на эту хуйню, он поэтому и вышел вроде, нет? Выходить раньше надо было, когда сказали выходить. Во время боя... Нет, базара нет, но кик из гильдии жестковато, наверное, за то, что у него КД просто. Ну пусть пояснит за базар. Тогда поймем, кикать или не кикать. Вы что обсуждаете? Тебя как обычно. Думаем, Слакера убрать из рейда. Не может быть. Точнее, он не мог ходить с ДВ с учетом того, что у него всего 2200 евро. А у нас за одну ЗС-ку 2200 дают. Нет, так за ЗС-ку ему сняли. Каску, да? За ЗС-ку я ему только что снял, но он был в рейде вообще нигде. Сам журнал посмотрел, ни в одном ДВ-рейде его не было. Ну чё, Кават, мы народ танки, остальные все в ДД. Поманите, пожалуйста, то есть... Ну или ладно. Вага, дай каску по себе. И по разбойникам. О, что случилось? Пришел. Он не понял, что случилось. Можете пулять босса. Я не забавлю. Ладно. Вон рыбу быстрее ешь, пока пул не начался. Так и делаю. Я говорю, здесь сапрот пить или не обязательно? Не обязательно. Сапрот здесь вока вообще только на роботе пригодится. Лапку приступав интеллект по шаману дайте, пожалуйста. Можно точечку. Неликс, ты чё, этой херней настакиваешь? Всё, супер, спасибо. Или что ты делаешь? Да, она настакивает. На меня насмотрелся и тоже богосоюзом начался заниматься. Ты просто мой фокус заёбываешь.